Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, как обычно, с понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера. В эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, ну и они нам свое творчество показывают. И я надеюсь, что сегодняшние гости эфира порадуют вас так же, как в свое время они нас уже порадовали, приходя в программу «Живые». Ну и, понятное дело, песни этого коллектива в ротации вы должны хорошо знать. По традиции, прежде чем мы начнем беседовать, музыканты играют что-то из своего репертуара, дабы дать в некотором смысле понимание того, что сегодня будет происходить в течение целых 2 часов. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. А вокруг все гладкие, учтивые, комфортно в привычном улье. За жужжанием не слышно укоров, мы заткнули уши, мы всех надули. Равнодушные к чужому горю, а за пределами моря завораживающая лавина, неприступная для мнимых героев, но такое родное для игривых дельфинов. А за пределами неба мир вне времени и границ, непонятные тем, кто любим не был, но такое привычное для вечных птиц. Оно зовет несмолкаемый сон, море зовет. Этот зов внутри и снаружи захватил, смутил и безоружил. Непредсказуемый, нелогичный, властный, нежный, небезразличный. Сотнями водопадов робкую душу, тысячами солнц в глаза заплаканный. Мне кроме тебя никто не нужен, звуки дудука и запах ладана. Этот зов не знает усталости, умоляет, плачет, вернись ко мне. Наполняя меня неземной радостью, так доверчиво, искренне. И приливом приходит бесстрашие, смерть уходит, ладони сложив, бесконечно. Вечный настоящий, вот теперь я дома, вот теперь я жив. Зовом наполненный, звенящий внутри, море зовет. Холодно сердцам вокруг снег, дай знак, что пришла весна. Я завершаю разбег, чтобы сделать шаг за пределы сна. Вокруг снег, дай знак, что пришла весна. Я завершаю разбег, чтобы сделать шаг за пределы сна. И изо всех сил зову тебя. Ну что же, пришло время представить этих замечательных ребят. Но прежде чем я это сделаю, прочитаю сообщение, которое пришло до эфира минут за 40-45 до начала программы. Денис Абрамов написал его в группе ВКонтакте. «Хочу написать историю еще до эфира», — пишет он. «Ровно неделю назад утром включил одну из городских радиостанций. Услышал, что через пару часов в эфир придет солист группы «Одно но». Зашел на страничку этой радиостанции, увидел, что можно задавать вопросы. Несколько вопросов написал, ждал эфир. Во время эфира услышал, что солист группы отвечает на мои вопросы, а после подарил мне 2 билета на концерт. Шел на концерт с другом, не зная, что именно исполняет эта группа. А слова на билете, осмысленный хип-хоп, заставили задуматься. Пока стоял возле клуба, заметил, что публика достаточно разнообразная. Молодые люди
люди и дамы в возрасте зашли с другом в клуб. Фоновая музыка была непривычна, да и мягкие кресла на танцполе сильно удивляли. Вышла группа, начался концерт. В самом начале мы стояли и не понимали, что происходит, но нам это понравилось. Ближе к концу у меня на лице появилась улыбка, и она не сходила с лица. Музыка и текст был настолько добрые, что улыбка появилась сама. Огромное спасибо вам за концерт в Ижевске. Спасибо. Группа «Одно но» сегодня здесь. Замечательный коллектив, к которому отношение у нас сложилось уже достаточно давно. Могу сказать лично от себя, что я рэп как таковой не приемлю в принципе, но группа «Одно но» или там группа 2517 в ротации своего радио есть. Почему? Потому что я считаю, что к рэпу это имеет очень касательное отношение. Во всем остальном эта музыка классная. И действительно осмысленная, действительно добрая, действительно погружающая в свою своеобразную весьма и любопытную атмосферу. Вот так сразу с хвалебных от я начал. Теперь представлю музыкантов. Сергей Беляев, бас. К микрофону можно разочек за эфир подойти, поздороваться? Дальше я тебя дергать не буду, если... Да бог с ним, что ты ее снимаешь? Все... Рубашку только не сними с себя сейчас. Можно было из гитары выйти, сказать пару слов, типа привет. Ну, конечно, да. Всем привет. Привет. Спасибо большое. Теперь иди одевайся обратно. Паш Новиков, флейты, написано у меня, потому что у Паши действительно огромное количество. Добрый вечер. Наиль Курамшин, гитара. Всем привет. Человек с собственным микрофоном, в собственном домике, на собственной кухне. Это Данил Лилиев, барабаны. Да, всем добрый вечер. Из аквариума. Из привет аквариума. Всем. Ты как рыбка там, только не булькой. А покормить мы тебя забыли. Забыли. Надо... Ну ладно, во время эфира подкинем. Хорошо, да. Хорошо. Ну и вокал, то, что вы слышите, голос человека, которого вы слышите, это Алексей Мышкин. Мышкин, князь. Не князь. Просто Алексей. Да. Привет. Ну, собственно, привет. Это и есть группа «Одно но». С чего начали? Расскажи, как называется песня, которая так что звучала. Называется «Зов». Угу. Я думал, что на самом деле Наиль Раисович, он очень любит хип-хоп у нас, и он будет защищать, ну, хип-хоп. А зачем его защищать? Я же сразу сказал, что вы — это исключение из моих правил. Действительно, что... я тоже думаю, что к хип-хопу это... Не имеет отношения. Имеет мало отношения. Совершенно верно. Да. Согласен. Согласен, спорить не стану, потому что действительно это так. 46-47. Сейчас сообщу, как с нами связываться. Это важно, потому что люди что-то писать хотят же. 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, делаете пробел, а после этого уже, естественно, все, что хотели бы сказать в адрес коллектива. Это может быть все, что угодно. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления. В общем, делитесь всем, что на душе у вас есть. Это важно музыкантам, как обычно, людям творческим. Это все важно. Полагаю, что вы меня услышали и поняли. Группа ВКонтакте. Официальная группа своего радио. Там все просто. Зашли и увидели анонс с фотографией. А в самом анонсе название коллектива группа «Одно но» выделено синим. Это значит активная ссылка, по которой вы можете, кликнув на которую, оказаться у них в сообществе. Соответственно, получать информацию об их концертах, дисках, видеоклипах. Не знаю, обо всем, что важно в первую очередь. Это тоже ведь важный момент. Если уж следить за группой, то следить по полной программе. Видео. Вы ведь можете видеть все, что в этой студии происходит. Зайдите на сайт. Сайт своерадио.фм. Одним словом пишется «Свое радио», потом «точка», потом FM. Там сверху вы увидите плеер под баннером. Увидите плеер, в котором слева онлайн-аудио. Это просто, чтобы слушать. Справа онлайн-видео. Кликая на кнопочку онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру. Там все, собственно, что в этой студии происходит. Вы наблюдаете онлайн, а под картиночкой есть чат, в котором также можно отписываться, задавая вопросы, делясь эмоциями, впечатлениями. В общем, все, что хотите, можете это все выплескивать. Самые интересные сообщения, само собой, попадают в эфир. Надо петь дальше, пауза была большая. Что это будет? Это будет песня, у которой нет названия. Мы принесли дудук, армянский дудук с собой. То есть ради Семен, ради вас просто. Вы сказали, что стоит дудук с дудуком что-то красиво сделать. Мы просто сейчас поиграем на дудуке, я небольшое стихотворение прочитаю про дудук. То есть ради того, чтобы дудук прозвучал, да, дудук, ты готов? Не так сложно понести. Спасибо тебе большое. Но сегодня, надо сказать, вы же новый альбом представляете свой. Да, он называется «Заново». Вот хорошо, об этом тоже нужно будет поговорить отдельно. Мы скажем. Поехали? Поехали. Mm-hmm.
взлетела птица. Густые заросли, чуть вздрогнув, онемели снова. Застыли на осоке слезы, не успев пролиться. Я закрыл глаза, услышав юношу-пророк. Его слова слетали с уст неспешно, как вьющиеся косы водопада. Все, что вокруг разрушит, да оставь надежды, плакать не надо. Незыблемо стояли великаны-кедры, закутавшись в упругий хрустящий воздух. Воздух искрился, солнце нежной цедрой. Мир был спокоен, мир без подвохов. Пророк продолжил, им покой наскучит. Они возьмут мечи, они покинут кельи. От его слов цветов поникли лики, вздохнули ели. Они не будут больше верить притчам, они все бессмыслят в суетливом беге. Они забудут, что покой живой, а не статичный. Инок бунтарь сорвет со своей шеи обереги. Пророк замолк, а буйные хмельные гунны в объятия леса бросили горящий факел. И сам Творец, мудрейший, всемогущий, сидел на корточках и тихо плакал. Все-таки красивый инструмент дудук. Чего сказать, под эту музыку действительно, вот как он звучит, так сразу возникает какая-то своя удивительная, неповторимая атмосфера. Казалось бы, духовой инструмент, ну, почти флейта. А звучит так, что внутри аж все переворачивается. Я не хочу тебя обидеть, но мне кажется, что любые стихи под этот звук, под эти звуки будут слушаться великолепно. Ни в коем случае ничего не хочу сказать против тебя, ты действительно замечательные сейчас стихи прочитал. Но, как факт, согласись, что дудук, он очень украшает, правда? Да, безусловно. Причем я хочу сказать, что Паша Провин, он музыкант многих направлений. Основная его, основной инструмент — это флейта бансури, североиндийская флейта. Но он играет на турецком кларнете, да, на дудуке, на нее, на кавале, да, на сантуре. Очень много-много инструментов. То есть он, в принципе, играет, он не говорит. Он играет. Не, он говорит, он прекрасно говорит. Ну вот я тоже так подумал, что бы он сам-то не мог про себя рассказать. Я просто хотел его тоже прославить как-то. Коля, у нас такое настроение хорошее. Давай об альбоме поговорим, о том альбоме, который вы сегодня презентуете. Это что? Еще раз напомню, как называется он. Это называется «Заново» альбом. Почему так? Потому что в этот альбом вошли треки, которые мы исполняем на концертах в другом виде, нежели в альбоме. То есть так получилось, что неудобно их исполнять так, как они записаны в альбоме. И мы придумали им новые тела, новые, как называется, обертки, да? Музыкальные обертки. И они живые такие, они придуманы на репетициях и на концертах. И мы пытались на записи приблизиться к такому живому звучанию. Пришли, сыграли и записали живые версии уже знакомых всем песен. Послушай, ну а на этом альбоме у вас добрая традиция есть приглашать к себе известных исполнителей. Я знаю, что с одной, но кто только не пел. Ну, перечисли так просто навскидку, чтобы аудитория понимала, кто вместе с вами. Маша Макарова, например, да? Ну давай, вот кто? Маша. Андрюха Запорожец из «Пятницы», Сережа Бабкин, Илюха Черт. Но это еще не все. Кто еще?
Кто? Не все говорю это еще. Да, а, Сати Казанова. Вот, Сати Казанова. Сати Казанова. Это очень важный человек для нас, да? Да. Да-да-да. Сати Казанова спела в песне «Дом» в нашей песне. Интересная песня, потому что кто в ней только не пел. Сначала Андрюха Запорожец пел, потом пел наш друг MC Чек, а потом эту песню спела в результате на альбоме Сати Казанова. Ну, Сати у нас общие интересы. Мы поем мантры, мы любим мантры, и поэтому мы дружим. Да и не поэтому, просто хороший человек очень, искренний. Ну, мантры мантрами, одно «но» — это одна большая мантра, если по-хорошему, да? Каждая песня — это нечто духовное, это действительно как мантра, которую хочется слушать в постоянном режиме. И могу сказать, что тут даже есть люди, которые отписываются еще, что до своего радио группа «Одно но» я не слышал никогда, но услышала в ротации, сначала прошло как-то фоном, а потом стала прислушиваться и понимать, что это затягивает. Это невероятно затягивает, а затягивает именно потому, что в этой мантровости, в этой распевности, мелодичности есть что-то, что словами не описать. Это как душа, которую вот так прям не изобразишь, правда? Как выглядит душа? Бог его знает, как облако, наверное, прекрасный. Кто-то скажет. Да, кто-то скажет, как сияние, кто-то скажет, как не знаю, как дымочек. Но Бог его знает, как она выглядит. Мы этого не знаем, не видим, мы можем только предполагать. Вот та же история и здесь. Непонятно совершенно, откуда это берется, но затягивает так, что, в принципе, оторваться невозможно практически. Я краснею просто, стою. Типа. Где, в каком месте? Просто как... Не, лицо уже... нормальное. Нормально, розовое, да. Розовое пока, да-да-да. Внутри, пока душа все... краснеет. Пока все в порядке. Я почитаю вот, что пишет народ там. Пользуетесь ли... Это сейчас, секундочку. Михаил Бояринов. Вот так. Латиницей сложно бывает читать. Вопрос Даниле. Забавно, правда? Микрофончик можешь взять, раз уж тебе вопрос. Давай. Пользуетесь ли вы советом Джимми Фейсла при записи барабанов? Да, Джимми Фейсл — это мой наставник. Я всегда, когда мы приходим на студию, первым делом звоню ему, он живет в Майами, вот, это мой хороший, близкий друг, вот, и я с ним советуюсь, как мне, какие барабаны сегодня выбрать и как лучше поставить микрофоны моему звукоинженеру персональному. То есть каждый раз. Джимми Фейсл, обращайтесь, да, каждый через раз. Меня, свяжемся. Он тебе еще не сказал ни разу, когда ты ему звонишь, что у него время несколько другое, в общем-то, и про микрофон, да, разговаривать, но... сейчас он не хотел бы. Да, но на то он и Джимми... На то он и Джимми Фейсл, потому что я ему звоню, и в любое время суток он мне поможет. А то есть без него ты никак... Джимми, кстати, он сейчас слушает. Спасибо тебе, брат. Я тебя люблю. Михаилу тоже спасибо. Межган. Я себе представляю, конечно, эту историю. Каждый раз, приходя на репетицию, я забываю, как ставить микрофон и какой барабан мне сегодня лучше. Нет, просто мы пишемся сейчас на определенной студии. Обычно мы много студий перепробовали, чтобы найти свой саунд. И на каждой студии свой звукоинженер, и мне приходится постоянно звонить Джимми Фейслу. Понятно. Я теперь тоже буду знать, кому звонить, если вдруг что у нас не складывается по звуку. Но сегодня все, слава богу, складывается. Сергей Горев, рекомендую сказать ему спасибо за тот звук, который слышит сегодня аудитория. Давайте дальше. Что это будет? Что мы сыграем? Что вы сыграете? Паша решает. Благодарю. Дудук. Давай. Так что это будет в итоге? Фритовая земля. Мне очень нравится их общение. Земля. Трек-листа, видимо, нет. Так просто решили поиграть немножко себе. Есть, так, но условный. Условный. Так что в итоге-то решили, что это будет? Это будет песня под названием «Земля всех начал». Это как раз первая песня, которая открывает альбом. Заново. Заново, да. Как раз, коли уж мы заговорили об этом. Ну, конечно, надо презентовать, да. А как же? Да. Ну вот, собственно. Вот, собственно, давай. Понял. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня одно «но». Поехали. Река времени с корнями вырывает деревья гордость. Дырявые лодки плывут по течению, толкая друг друга, соревнуясь скорости. Любое удовольствие чревато болезнями, громко и слава ведет к падению. Риск кончается финальным росчерком лезвия, богатство ссорами, а почет унижениями. Рождение станет жертвой смерти.
благородство добычи, коварной зависти. Чистота здесь осквернится бесчестьем, удовлетворенность горит в жадности. Радости утонут в потоках несчастья, забвение ждет каждого кумир. Немощь серая придет на смену власти, так если что-нибудь вечное в этом мире. Одна мысль, как жить не напрасно, одна вера, несокрушимая, как скала, один Бог, источник всего счастья. Одна молитва, одна мысль, как жить не напрасно, одна вера, несокрушимая, как скала, один Бог, источник всего счастья. Одна дорога, одна. Свирепствует, негодует грубо, обрывая жизни под звуки чарующей музыки. Смотри, как мир иступленно танцует, опьяненный вином иллюзий. Рассекая волны корыстных желаний, исполненные решимости двигаться напролом, мудрецы переходят эту реку страданий. На другом берегу их дом. Они находят покой в священных лесах, на их колени без страха садятся голуби. Их постель земля, одеяло небеса, простая незатейливая родина. Их сердца обнимают всю вселенную, спасая самых падших и обездоленных. Их слова сокровенные откровения, а их слезы болью людей наполнены. Одна мысль, как жить не напрасно, одна вера несокрушимая, как скала, один Бог, источник всего счастья. Одна молитва, одна мысль, как жить не напрасно, одна вера несокрушимая, как скала, один Бог, источник всего счастья. Одна дорога, одна. Такое умиротворение, в котором ты можешь облететь весь мир. Есть такая тишина, что даст тебе крылья. Есть такая любовь, которая останется с тобой навсегда. Обожаю наблюдать за тем, как играют люди. Вообще, как говорится, приятно смотреть, когда горит огонь, льется вода и работают люди. Да, и вот под конец, на финальной части, когда кода уже шла, почему-то и гитаристы, и басисты, и, собственно говоря, флейтист, да и ты сам, повернулись в сторону барабанщика. Я не смог понять, почему Данил сейчас так был вниманием. Источник энергии. Да, потому что он рубил замечательно, и они все почему-то так повернулись к нему, как бы в ожидании этой эмоции, которую он им дает. Ну, в общем, все было здорово, на самом деле. Красиво. Кальян что-то захотел, слушая вас. Не знаю, почему, не люблю это дело, но... Кальяна? Да, вдруг захотел. Знаешь, такое, под вашу музыку ощущение такое, что сейчас надо сесть с гамачом, поставить рядом коньячок, кальянчик, коньячок, шурму. Вот этого не надо сейчас, вот этого всего. Вот это вот. Вот потом, знаешь, шурма, мамурма, у нас далеко бежать. Я говорю тебе про приличный. Ну, на самом деле, про... очень странно, потому что про большинство наших участников не употребляют алкоголь. Это понятно. Ты к микрофону подойди, пожалуйста. А, да. И да, медитация спасибо. Это не та. Я же не говорю про, тебя и про музыкантов. Я говорю про себя по ощущениям. Что очень хочется опуститься в некую такую теплую воду, что ли, да, в теплое сознание. Это круто. И давай так, для тех, кто не знаком с творчеством одно, но тексты все твои. Сегодня будут, да.
То есть эти тексты, медитативные тексты и тексты, передающие состояние души и состояние всех тех эмоций, которые в тебе сейчас бушуют, может быть, даже, да, это все в некотором смысле процесс, который необходим для тебя, для того, чтобы как-то реализовываться. Вот я хочу понять. Люди выбирают себе разные стили, разные жанры, да? При том наборе инструментов можно было бы играть там тяжелый рок, например, вполне запросто. Можно было с бы с такими еще музыкантами. Да, с такими музыкантами. Да ты что? Конечно, да. С такими музыкантами тем более. Но ты не уходишь с этой линии, которую для себя выбрал когда-то. Какая медитативная музыка. Это то состояние, в котором ты находишься постоянно, перманентно, в состоянии медитации. Потому что, как мне кажется, даже в паузах, когда ты не говоришь, в микрофон не поешь, ты что-то проговариваешь. Что это? Если не секрет, конечно. Нет, не секрет. На самом деле, все, что я пишу, у меня есть те люди и те книги, которые меня вдохновляют. И меня вдохновляет очень много всего. Поэтому я скажу, что вот эти тексты, они рождаются в результате вдохновения. Да. Во-первых, это мой духовный наставник. Его зовут Шрила Радханат Свами, он живет в Бомбее. Ты ему тоже звонишь периодически спросить, какой микрофон взять для того, чтобы... Нет. Слава богу, хотя бы ты бережешь наставника. Говорится, что с духовным наставником должна быть внутренняя связь. Вот, и это внутренняя связь, и поэтому я считаю, что все заслуги какие-то, которые вот мне приписывают, они принадлежат ему, потому что он меня вдохновляет. Потому что, согласитесь, что-то мы делаем такое прекрасное, и кто-то тебя вдохновил, и ты говоришь, ну, это вот он, потому что он вдохновил на это. Например, вот эта песня «Зов», которая была спета в начале, меня вдохновил на нее, как этот автор «Море и океан» написал, Сережа? Александра Барика, да. Вот да, и у каждой песни практически есть вдохновитель, да. У песни «Преображение» вдохновитель Вера Полоскова. Ну да ладно. Да, мы все. Сегодня будем петь ее. Пить будем, да. А вот и проговорился. Да, и так далее, и тому подобное. То есть... А почему Полоскова? Чем она тебя вдохновила? Мне очень нравится ее творчество. Мы знакомы. И мне очень нравится, как она тонко видит реальность. Мне очень нравятся ее образы. Ну, ты тоже видишь тонкую реальность? Я чуть-чуть грубоват, потому что я мужчина. Ну, ты мужчина, да. Да, женщины, они более тонкие, она прям осязает очень красиво, как Цветаева прям. Удивительная поэзия, я очень, я просто преклоняюсь перед ее творчеством. То есть ты, начитавшись, извини за такую фривольность, стихов Полосковой? Не-не-не-не-не. В основном я читаю все-таки... древние священные тексты. А как ты говоришь, вдохновила тогда Полоскова? Чем? Ну, я в частности, очень много же. Но я же сказал, что мне очень. У нее есть. Я где-то наткнулся в интернете на ее письмо маме, где она говорит: мама, нужно забыть вот эти вот проблемы все, вот эти вот ерунду, вот это все бросил муж, там вот это вот все, вот это вот, вот эти склоки, все, ссоры, какие-то, зависть, вот это нужно преобразиться. Вот, и я такой, опа. Интересно, что у этой песни есть еще один вдохновитель, как раз мой духовный наставник. Я взял и под этим вдохновением находясь, взял его какие-то фразы и облёк их в стихи. Мы, кстати, можем ее спеть. Да? Ну давайте. То есть предисловие было сказано уже, теперь будет понятно, кто навеял все эти соображения, кто стал вдохновителем этой песни, да? Как да, но это плагиат четкий. То есть? Эта песня — это плагиат. Что значит плагиат? Слова моего духовного учителя, которые я перевел в стихи. Как называется? Преображение. Преображение. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня одно «но». Поехали. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты наполнены до краев неповторимо. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, и тени проходить мимо.
Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. Тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет. И никогда не забывать о том, ради чего это все преобразится. Ради чего? Ради чего-то большего преобразится. Преобразится. Значит, признаться в своей незначительности. Я нищий в этом мире вещей, нет во мне истинной искренности. Не терпеть заблуждений, но быть терпимым к заблудшим и раздувать других, как искорку, их самые лучшие. Учиться слышать и не просто рассеянно слушать, на крыльях молитвы рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь и сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думайте себе хуже, а думайте себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный и опасный путь. Не требовать любви к себе, самому бескорыстно любить. За блеском жемчужин заметить связующую тайную нить. Преобразиться. Сказать, это песня из ротации своего радио. Ну, так, серьезно? На всякий случай. Конечно, она звучит в эфире, спасибо, в постоянном режиме. И ее народ знает, и на нее, естественно, уже определенным образом реагирует. Я почитаю сейчас, что пишут люди ВКонтакте. Александр Еременко вот что написал. 2 года назад услышал эту группу в программе «Живые». Вначале не особенно вслушивался в песни, так фоном играла, наслаждался общением. В прямом эфире под конец эфира зацепила одна из песен, и вспомнили слова Семена о том, что в творчество каждой группы нужно погрузиться полностью, дабы понять и принять их. По завершении эфира начал слушать и услышал их. Музыка очень приятна, и в нее погружаешься полностью, от текстов идут мурашки по коже. Одним из любимых произведений стал «Император». А в мае 14-го случилось чудо. Они посетили с концертом Калининград, и это было божественно. А еще один подарок ждал нас перед Новым годом. Спасибо огромной группе «Одно но» за то, что и как они делают, и отдельно спасибо за знакомство с таким замечательным коллективом. Надеюсь, и в этом году они порадуют наш город своим концертом. А сейчас о концертах тоже обязательно поговорим. Ирина Титова написала: «Всем привет». Примкнула к телефону, из динамиков которого льется она, сия чудесная музыка, заслушанная мной до дыр. Безумно люблю эту группу. Спасибо им огромное за то, что они делают. В плейлисте, в кэше все соседи уже знакомы с их музыкой. Архангельск ждет в гости. А вот Юлия Усова чудные слова сказала, кстати. Чуть больше года назад вообще не поняла, что и зачем. Когда «Одно но» зазвучало на своем, однажды в разнообразии ротации заметила, со временем вслушалась, поняла и оценила. Неодноразовая эта песня требует внимания, вдумчивости в слова, и даже слушая поверхностно, фоном, поражают красотой музыки. «Одно но» и свое радио совершенно гармонично существуют, словно созданы друг для друга. Имея свой стиль, не имеют жанра, и поэтому им можно все. Электрогитары, речитативы, флейты и барабаны, придерживаться нечего, границ нет». Ну, по-моему, очень красиво. Анна Березина: «Думала, живых сегодня послушаю фоном. В итоге слезы, мурашечки и никак не сосредоточиться». Что же вы делаете с женскими сердцами? Да все, Паша. Молодые люди.
Это Паша все, да? И все как-то обернулись к Паше, к его инструментам духовым, которым он пользуется. Магические, да, правда, звуки совершенно магические. Что касается концертов, я смотрю, люди благодарят вас из разных регионов страны, благодарят за концерты, которые вы давали то там, то сям. Что в ближайшее время планируется? Какие концерты и где? В ближайшее время мы дадим два концерта 29 апреля, да? Все правильно? Это в Москве. Большой концерт Йога Space. Йога Space. Да, понятно. Йога Space — это такой большой клуб, бывший глав-клаб, и мы дадим большой-большой концерт. К нам придут все наши практически друзья вместе с нами спеть. И Маша, и Сати придет, и Янис Кафополус приедет из Греции, который тоже поет с нами время от времени. И Чек, все вместе дадим концерт. 30-го мы выступаем в Санкт-Петербурге. И потом у нас южный тур, мы уезжаем на юг, 8 городов. Какие? Южных. Пятигорск, Краснодар, Ставрополь, Сочи. Потом только Саратов, это, Самара, это, Тольятти. Это, по-моему, перед как раз. Ну да, вот во время, да, 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 да. Так вот, перед или во время? Перед. И перед, и после. Там. И перед, и после. То есть у нас вот. То есть у вас тур такой размазанный немножко получается. Да, да, да. А раскидывай. Еще раз тогда напомню, в Москве когда? 29 апреля. В Йота. В Йота Спейсе. Так, а в Питере 30-го? 30-го в клубе «Море». «Море». А между всем этим вы катаетесь по... По югам. Ну, кстати, сейчас самое удачное время. Там не жарко. Да. Там хорошо сейчас. Летом катастрофа, конечно. А сейчас хорошо. И тепло, и море недалеко, особенно если Сочи иметь в виду. Значит, Юлия Узова спрашивает вот что. Если все слова пишет Алексей, музыканты разделяют эти мысли? Или им интересно, но до самой глубины они не докапываются? Иными словами, вы по жизни-то идете рядом или вместе? А музыканты чаще всего вообще не слышат, о чем поет солист. Они играют свою музыку себе. Да нет, не особо правда. Не вписываются. Ну, Данила машет головой, чего он барабанщик. На самом деле, мы давай, еще давай. Вот не дошли. Сегодня мы будем играть такие треки, где мы все поем. Видите, у меня стоит вокальный микрофон. Да, мы вот я и думаю, его чекали три часа. Вот у Сереги, у бас-гитариста, стоит микрофон. У нас четыре вокала. И так как мы начинаем все вместе петь, естественно, мы должны знать слова, правильно, которые мы поем. Не обязательно. Ну нет, мы, можно, мы иногда делаем вид, да, что мы. Так что поэтому мы знаем слова. И очень их любим, да. Ну хорошо, одной песни ты слова знаешь. Нет, трех. Я в трех. Сегодня я пою в трех. Обалдеть. У нас очень часто бывает, когда музыканты, ну, играющие более такую громкую, что ли, музыку, а мы-то звук делаем чистеньким, таким, что и все слышат, все тексты слышат и так далее. Не налажаешь особо. Очень часто бывает, когда уходят и говорят, ну, наконец-то я хоть текст понял. Говорит барабанщик или там басист, говорит, ё-моё, оказывается, у этой песни текст такой интересный, я никогда раньше не слышал. А знаете почему? На самом деле, мы сейчас приехали из большого тура опять, ну, три недели ездили. И у нас, ну, как бы в России, да, есть определенные клубы, которые посещают все группы. Ездят друг за другом, такая там каша мало получается. Вот. И иногда клубы не могут технический райдер выполнить. И если ты начинаешь орать на барабанах, да, допустим, ну, так, довольно плотно, то я даже могу не услышать этот вокал. Мне кажется, поэтому у вас приходят люди, и, допустим, барабанщики говорят, вау, я даже не знал, что он поет какие слова. Потому что он чисто вот не может их услышать, потому что у нас некоторые клубы не выполняют. Ну, нету оборудование. А на репетициях? На репетициях, тем более, там обычно стоят две колонки. Но вот сегодня мы репетируем на отличной базе у нас. Вот. Но без вокалиста. Да, без вокалиста. Так что вообще был класс. На самом деле, вот Наиль, он как-то так спокойно относится к разным там духовным практикам и так далее. Но когда мы с ним по душам там говорили, он сказал, что я очень рад участвовать во всем этом. Так, с человеческой точки зрения. Вот, они все понимают. Музыканты, они очень тонкий народ, и они чувствуют через музыку, через настроение. Вот, и у нас прекрасное настроение в команде, когда мы выступаем. Действительно, да, совместно. Мы друзья. Ну, то есть мы дружим. И до выступления, я же вижу. Да. Какие у вас отношения. Очень тонкие такие человеческие отношения. А это тоже подкупает.
В хорошем смысле. Тут вот настойчивый есть Станислав Павлов. Я просто не стал читать его сообщений. Он задал тебе вопрос, что ты руками машешь, да? Ну, это глупый вопрос, на мой взгляд. Я даже читать его не стал. Но резюме. Вот он сейчас решил, что все его, все перестало устраивать. В общем, все понятно. Истины мне не добиться сегодня. И как все советовали, просто выключу. Музыка могла быть понравиться, могла бы, если бы не вот эти махания. А скажи, пожалуйста, теперь уже ответь на вопрос. Ты замечаешь, что ты двигаешь руками, когда поешь? Более того, я не только двигаю ногами, я еще двигаю туловищем, да, и руками, а и ногами. Ты когда-нибудь мог предположить, что кого-то... Я на сцене вообще танцую. Кого-то это может раздражать. Танцевальное образование. Да. Ну, то есть тут же выбор такой, да, или ты принимаешь, ну, таким, какой... Вот, не, не об этом, дорогой мой. Да, ты либо же выключаешь. Ты же поешь, ну, человек слушает песню. Да. И его почему-то раздражает, что музыкант при этом двигает руками. Я хочу понять, что должно быть в голове у человека, которого раздражает именно этот факт. Да нет, все нормально. Ну, ты всякие добрый, я знаю. Разные люди бывают. Можно просто выключить трансляцию и послушать просто звук, нет? Разумно? Ты имеешь в виду выключить видео? Видео выключить. Ну, конечно, можно. Или отвернуться. Не, он, видимо, через приемник даже без картинки слышит. Подождите, может, он может, он меня спрашивал? Может быть, он перепутал с барабанщиком меня. Думает, эй, чувак, чувак, ты что на барабанах руками машешь? А ты что руками-то машешь, действительно? Сиди спокойно, что ты размахался там? Машет и машет, ты понимаешь? Да, может быть, кстати, действительно, вопрос был барабанщику, но мы как не сообразили сразу, о чем речь. Почему барабанщик машет руками? Я теперь буду думать об этом. А это, может, такая шутка острая, кстати, у барабанщика спросить, почему ты руками? Что ты руками-то машешь, да? Приколист. Давайте дальше петь, что это будет? Чего? Это новая песня. Это вот как раз альбом. Совсем нет, вообще совсем новая. Прям премьера-премьера? Премьера-премьера, да. Так. Мы первый раз ее исполняем. Вообще, это на радио первый раз будет эта песня. Угу. Мы ее исполняли уже на концертах несколько раз. То есть сегодня абсолютная премьера в радио. Да, она называется «Зерна», и она будет заглавной песней нашего нового альбома, который выйдет уже осенью. Так вы еще один готовите альбом? Мы постоянно в процессе, да. Ну, какие молодцы. А я смотрю, сейчас зашевелились, да, не он микрофончик себе подтянул, Серега тоже петь собирается. Да, мы вместе поем, и нас это очень радует. Ну, посмотрим, обрадует ли это аудиторию. Давайте проверим. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня одно «но». Поехали. Любили на той планете, души не чаяли, не хотели отпускать. Ты самый удивительный мальчик на свете, ты можешь бесконечно себе отдавать. Сколько раз его казнили за это, и в каждом городе есть его могила. Но если кто-то с кем-то воюет, в его блокноте найдется рецепт мира. Он разорвал наши подушки, не смейте спать, когда убивают, ясно. Вы те же дети, играющие в войнушку, только игрушки стали опаснее. Он не принимал чудо в сторону, он приходил в войну внутри каждого. Он говорил, что пришел засеять поле, чтоб семена взошли однажды. Ведь в каждом зернышке зреет огромное дерево, мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. В каждом зернышке зреет огромное дерево, мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. Он останавливал танки ласковым шепотом в сердце каждого солдата, смеясь в лицо смерти, втыкая пионы в дуло автоматов. А когда его вели на застрел, такого нежного, безрассудного, он обнимать своих убийц хотел, и его радость проникала всюду. А когда они стреляли, зажмурив глаза, мертвые на бледные выступления, доверчивая улыбка не сходила с его лица, а пули пираньи вонзались в тело, и небо переливалось, искрилось, играя в радугой в глазах остывших. Он вновь ушел, никем не узнанный, баснословно богатый, нищий. Но в каждом зернышке зреет огромное дерево, мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. В каждом зернышке зреет огромное дерево,
мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. Они пробьются сквозь стекло асфальта толще бетона. Время сеять пришло, твои зерна в ладонях. Они прорвутся сквозь стекло асфальта и толще бетона. Время сеять пришло, твои зерна в ладонях. В каждом зернышке зреет огромное дерево, мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. В каждом зернышке зреет огромное дерево, мощные корни в глубину кронами в облака. Вопрос времени. Это круто, я тебе скажу. Это действительно здорово и неожиданно. Ну, то, что все поют. Кстати, а почему не поет Наиль? Я жду, пока они нормально споют. Чтобы не стыдно было. Я понимаю, молодец. А сейчас прочитаю сообщение, которое пришло буквально минуту тому назад. Я знаю, что ты человек спокойный, мыслящий своими своеобразными категориями, душевными и духовными, надо заметить. Поэтому прочитаю это сообщение. Финал у него мне показался любопытным в плане твоего ответа на этот вопрос. «Всем своим салют», — пишет Александр Баджи. «Не часто оставляю комментарии тут, но вопрос про махание руками очень развеселил. Ну и коль тема зашла. Почему-то ни дома, ни на работе планета отказывается вещать видео. Ну, я не знаю, что у вас там. Жду записи, чтобы посмотреть на махание». Вопрос. Группа хорошая, тонкая, но иногда чувствуется некая наигранность просветленности в стиле БГ. Ом, пишет он. Вот что касается наигранности и просветленности. Я, например, наигранности не слышу. Для меня просветленность, она в глазах твоих прежде всего. И... Нет никакой у меня просветленности. Подожди, это же я сейчас говорю. Потом да, ты отвечать будешь. Прости. Но что касается наигранности, что ты скажешь на этот счет? Наверняка уже были такие вопросы. Нет. Нет? Я скажу, что... мы несовершенны, и, возможно, я бываю неискренен. И вопрос в том, что я стараюсь быть искренним. Не туда тебя поднесло сейчас. Не туда. Почему? Я тебе объясню, почему. Этот вопрос и меня тревожит. Потому что... Я честно. Я понимаю, что честно. Я понимаю, что честно, но ты в песнях не можешь быть неискренним, иначе ты их не сочинял бы и не пел. Вопрос в другом. Люди не умеют видеть в других людях того, чего в них самих нет. К сожалению. Это вот, кстати, камень в огород человека, написавшего это сообщение. Меня когда-то в свое время обвиняли в том, что как человек может любить всех, кто к нему приходит. Рок играют, ему нравится. Поп-рок играют, ему нравится. Джаз-рок, понимаешь? Джаз, ему нравится. Одно «но» пришло, ему опять нравится. Как может все это нравиться? На мой вопрос, извините, а если мужчине нравятся и блондинки, и брюнетки, и худенькие, и пухленькие, и всякие разные, это нормально. А вот в музыке, в творчестве, все, ну не все понятно, только качественное, вот в моем понимании, не может нравиться. Так же точно реагирует на тебя, когда ты поешь такие чистые, светлые тексты, у человека возникает сомнение. Ну не может человек жить такими светлыми категориями. Понимаешь, в чем проблема? Вот, скорее всего, в этом беда. Тут пойми меня тоже правильно. Я в процессе. Мы все в процессе в каком-то, да? В каком-то мы на пути на каком-то, да? Угу. Так или иначе. И я тоже, знаешь, ну, несовершенен. И мне сейчас говорит, что я там такой красивый, никогда не ошибаюсь, никогда не бываю неискренним, да?
мы же все, честно, бываем неискренними. Вот. Я просто стараюсь быть искренним. И я в своих текстах я пытаюсь делиться самым, ну, самым хорошим, что у меня есть. Но это заметно. Заметно. Плохим не хочется делиться. Зачем им делиться? Плохое само выползет, если что. Да. В тебе есть? Скажи, пожалуйста, вылезает. В тебе есть плохое? Да. Я думаю, как и в каждом человеке. Но есть ты... много хорошего, так и есть что-то плохое. Ты, когда замечаешь в себе что-то плохое, что ты делаешь? Как ты поступаешь в этой ситуации? В ситуациях сложных жизненно я пытаюсь не потерять отношения с людьми, как бы я ни поступал, да. Угу. Я могу там на кого-то позлиться, на что-то там накричать, да. Ну, это редко, конечно, бывает. Но так или иначе я пытаюсь подойти потом и извиниться и наладить отношения. Угу. Потому что мне кажется, что отношения между людьми — это самое главное. И в нашей команде мы тоже не всегда, знаете, улыбаемся друг другу в лицо и говорим: какой ты прекрасный, Серега. Ну, по-разному бывает у нас, по-разному, но мы пытаемся находить консенсус. Да, Серега так кивнул, что, видимо, ты ему редко говоришь, что он прекрасен. Он с сожалением, с сожалением кивнул, дескать, да, бывает и так. Не знаю, как ты, но я имею право и возможность транслировать свои собственные соображения. По мне, так то, что делает группа «Одно но», вот бывает чистое искусство, а бывает искусство с душой, душевное. Чистое душевное искусство. Вот это то, что делает группа «Одно но». Все мы не безгрешны, конечно, все мы можем позволить себе какие-то ошибки. На то мы и люди, не роботы, да. Же, правда. Да. Что он сейчас с собой делает? Он мастырит себе на голове. Данил, ты чего творишь-то? Микрофон сломался. Да ладно, где сломался? А, вот. Так это я кнопочку нажимаю, он перестает работать. Ну что ты хочешь? Чего ты? Он себе вторые наушники на башку что-то натянул. Зачем? Может, нет, мы третий сейчас, дать тебе? Джимми Фейсел звонил. Говорит: слушай, брат, ты что-то это... Чего такое? Наверное, плохо себя слышишь, и вот рекомендовал мне вторые наушники. Понятно. У нас мем, я так понимаю, этот товарищ, которому он звонит периодически в любое время суток. Так вот, закончу мысль коротко буквально. Мне кажется, что очень часто люди не умеют видеть в других, не верят в чистоту и искренность других людей. Ну, просто потому что кажется человеку, обычному человеку, обывателю, что настолько искренним и чистым другой человек быть не может. Потому что жизнь — дерьмо, все вокруг не так, проблемы сплошные, кризисы. А этот, понимаешь, стоит и улыбается. Ему типа хорошо. Ну, чушь, думает другой человек. А по мне так это просто беда. Беда, потому что со временем люди действительно становятся гораздо более сухими, становятся гораздо более равнодушными, становятся гораздо более злыми. И, может быть, прячут эту злобу внутри в себе, не показывая ее, но прекращают, как дети, верить в чистоту других людей, в чистоту помыслов. Вот скажи мне, пока Серега что-то там, Горев, пошел мастерить третьи, видимо, наушники, надо, Даниле, он пошел ему их пристраивать. Так вот, скажи мне, пожалуйста, если уж... Ты ведь смотришь на жизнь по-любому своим взглядом, как и любой из нас. Но вот по твоим наблюдениям, хороших людей, людей чистых, чистыми помыслами, все же больше, чем людей с негативным нутром? Или меньше? Вот сегодня, в эти дни. Мне, наверное, повезло. Я общаюсь с прекрасными людьми, которые меня окружают. У меня очень мало разочарований в людях. Тьфу-тьфу-тьфу, да? Тьфу-тьфу-тьфу. Но мне кажется, что действительно, как говорят очень мудрые люди, что в каждом есть, да, хорошие. В каждом зернышке зреет огромное дерево. Важно вот... Мне очень понравилось, что ты говорил по поводу увидеть. Mm-hmm. Вот. Увидеть надо, увидеть. Говорится, что настоящий человек, действительно человек с большой буквы, он видит вот эту маленькую искру, вот эту маленькую доброту в каждом человеке и раздувает ее. Угу. Раздувает ее. В своем пытается... сознании, конечно. Да, 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 да. И пытается вот общаться вот с этой частичкой этого человека. Именно вот с этой частичкой. Не совсем, что вот наносное. Так или иначе, все же были детьми, да. Угу. Древние писания говорят, что мы души вечные, искренние. Угу. Мы чистые изначально. Просто вот это наносное, шелуха. Покрытое, да, шелуха. Многие на нее реагируют. Но если смотреть вглубь, если пытаться действительно относиться к человеку как вот к вечному живому существу, прекрасному, удивительному, и видеть в каждом, это тоже я учусь, мне сложно увидеть, знаете, у нас в песне «Изменить мир», да, сложно в каждом прохожем, да, видеть друга. Очень сложно.
сложно увидеть друга в какой-то бабушке, которая тебе дала там по голове чем-то, да, там своей сумкой там и говорила, ты куда прешь, козел там. Ну, сложно, сложно, но надо как-то учиться. И действительно, если ты подходишь к этим людям и что-то доброе говоришь, они меняются сразу. Все чувствуют вот это вот. Как я тебя хорошо понимаю. Как я тебя хорошо понимаю. Вот я тоже с детства привык видеть в людях исключительно доброе зерно. Это заметно. Беда только в том, что мало кто это верит. Но этим людям я только посочувствовать хочу. Вместе с тобой. Ты умница, ты правильные слова сказал. Мне лично они очень близки и понятны. Давай петь дальше. Чем закончим час? Движением? Час закончим движением. Хорошо? Как скажешь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня 1-0. Поехали. Качаем. Скороходах по свету, транжирю время, не заглядывая в сметы. Живу тем, на чем остановил взгляд. Эй, ты в зеркале, не смотри назад. Столько боли на пути не обойти. Без боли нет сути, сути нет в суете. Не прятаться от себя и не толпиться, просто двигаться. В стометровке со временем не стать первым. Храню силы, нервы, берегу, не бегу, не тороплюсь. То пешком, то на попутках, накручиваю сутки на сутки. Люди стареют, болеют, страдают, сходят с ума. Такова цена знания, война. От вечно пьяного времени нет спасения. Твоя надежда в движении. Вперед, вперед, только вперед. Вперед, вперед, только вперед. Гармонию в движении. Вперед, вперед, только вперед. Вперед, вперед, только. Огибая непослушный риф, как Одиссей из древнегреческого мифа, мы то просто брасом, то на корабле прокладываем путь к обетованной земле. Груженные баржи стоят, боятся пропажи, затонут, не вспомнят ни ваши, ни наши. Так чьи же? А каравеллы свободных так волнам до конца будут двигаться. Разрисую поезд радугой открытий, зашнурую я колеса нитью событий. Время дирижер, ладно, мне не накладно, угарный я на ударный. Все партии, партитуры знаю наперед, импровизирую, умело отхожу от нот. Зато все зрители в недоумении, в каком же направлении мое движение. Вперед, вперед, только вперед. Вперед, вперед, только вперед. Гармонию в движении. Вперед, вперед, только вперед. Вперед, вперед, только. Продолжим. Напомню, сегодня в живых группа «Одно но». Они успевают еще и поснимать на видео что-то. Когда ты играть-то будешь? Ходит, снимает.
Дэниел со своим фотоаппаратом. Ну, в общем, папарацци у нас сегодня здесь. Для кого-то это знакомство, надеюсь, приятное знакомство. Для кого-то не лишний повод еще раз испытать восторг и удовольствие от музыки этого замечательного, необычного и нестандартного коллектива. Тут много всяких слов люди пишут, но вот что мне показалось любопытным. От Светланы Коваленко пришло сообщение в группе ВКонтакте. Во время последней композиции почему-то вспомнился аукцион. Снова аукцион. Я уж не знаю, какая взаимосвязь у того, что вы делаете с группой «Аукцион». Совершенно не знаю. Но это, знаешь как, никогда не угадаешь, откуда у людей берутся ассоциации. Правда. Это творческий процесс. Видимо, да. Видимо, да. Надо петь дальше. Что это будет? Это будет песня «Сила», тоже с нового альбома «Заново». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня одно «но». Поехали. Весы и размеры легче ветра, и мощнее урагана проникает в тело. Неплохое, нехорошее, под кожей пятнами блестящими пульсирует ненавязчиво. Ни будущее, ни прошлое, может настоящее, оно настоящее. Поток информации без таймеров и дистанций, заряд от шамана в священном танце. От творцов в глубоком трансе, партии баса под биение сердца, внутрь самого себя магическая дверца, состояние безвосторженности и депрессии, равновесие отметает все лишнее, наносное, позволяя быть собою, энергии спокойного прилива по мышцам разливается. Чистоте и честность, сила, когда без страха откроешь сердце миру, лишь тогда ты обретешь. Она не на поверхности, сила, чистоте и честности, сила, когда без страха откроешь сердце миру, лишь тогда ты обретешь. Во все времена одна неизменна. Тамерлан, Мохаммед Али, Будда. Она повсюду, в одночасье, в глухом лесу, высокогорье и на скоростной трассе. Ее никогда не измерить ни один аппарат. Надо просто уметь ее брать. И только тебе решать, в какое русло ее направлять. Копить или отдавать, любить или воевать, сомневаться или знать. Она не признает рамки, звания и ранги, возвращается жестко бумерангом в унисон Волги, Ганги, Амазонки, Нилу. По
по миру разливается сила. Чистоте и честность, сила, когда без страха откроешь сердце миру, лишь тогда ты обретешь. Она не на поверхности, сила, чистоте и честности, сила, когда без страха откроешь сердце миру, лишь тогда ты обретешь. Бум! Я так понял, что это песня из нового альбома, да? Да. Альбомчик вы не привезли. Я забыл. Мы обязательно довезем. Угу. Я вот подумал, что эту песню в премьеру бы пустить в эфире своего радио. Хорошо было бы. А у меня ее нету. Будет. Песни. Когда? Когда? Вот скажи мне, когда? При всех скажи. Ты можешь мне прислать вавку просто по ВКонтакте хотя бы? В ближайшее время я готовлю целый пакет новых премьерных песен. Хотелось бы, чтобы она в премьерах обязательно поприсутствовала. Паша, иди, пожалуйста, к микрофону, поговорить с тобой хочу. Не снимай наушники, зачем? Чего вы все раздеваться пытаетесь-то? Ходи по студии в наушниках. Нет, я понимаю, иначе ты меня слышишь, тогда будешь плохо. Вот то, что ты пел сейчас на «Быке», это что? Это, в общем-то, это текст из «Упанишад». Очень древневедические писания, и он переводится как «бесконечность есть это, бесконечность есть то, если из бесконечности отнимает бесконечность, бесконечность остается». Один из переводов, их очень много на самом деле. Санскрит очень многообразный язык, и очень много значений у каждого слова. Угу. Я почему сейчас тебя и позвал? Настя Горбатова пишет вот что. Во-первых, огромное спасибо группе. Сложно передать, как много дарит слушателям творчество одно. А во-вторых, можно задать вопрос музыкантам? Участники группы «Кришнаиты»? Честно говоря, мне не совсем... Я не совсем знаю, не понимаю это слово. Вот, я понимаю слово «ищущие люди», «стремящиеся люди». Я понимаю слово... ищущие какого-то образования, самообразования. А вот это слово я не понимаю, просто поэтому не могу на него Паша не полностью ответить. Паша нет. Алёша? Я вайшнав. Как? Я вайшнав. Это называется вайшнавизм, да. А разница, извини, я не очень в этом силен. Просто в России так называют. Кришнаитами? Да, везде, по всему миру это называют вайшнавизм. Ага. Те люди, которые поклоняются Вишну. Вишну. Mm-hmm. А это те люди, которые ходят по улицам Хари-Хари Рама? Да, Хари-Рама. Да, да, да. Ты тоже ходишь Хари-Рама, Хари-Кришна? Я не хожу, но я почему? Всем своим существом поддерживаю их в этом начинании. А тогда объясни мне, я сейчас без иронии, правда. Мне дико интересно, я наконец могу этот вопрос задать человеку, который в этом сведущ. Люди, которые в этих оранжевых длинных, как называется эта штука? Доти. Дота, да? Доти. Ходят по улицам, поют однообразно «Хари Рама, Хари Кришна». Ничего другого ведь не поют. Только эти слова. Они к чему призывают людей?
Во-первых, эти оранжевые одежды — это... Это наш цвет. Шафрановые одежды. Это наш цвет. Да, это ваш, да, цвет. Корпоративный. Это цвет, да, отречения, да, в древней культуре. Mm. Это монахи. Mm-hmm. И поют они имена Бога. Mm-hmm. Очень просто. Потому что веды считают, что это самое благо, самое большое благо, которое может получить человек. Воспевать имена Бога. Во всех традициях об этом говорится. Uh-huh. И в христианстве, да, говорится об этом. Да светится имя твое, да. Uh-huh. И в мусульманстве то же самое, да. Сто имен Аллах. И эти люди искренне хотят подарить радость и счастье другим людям, воспевая имена Бога. А если те, кто идут навстречу, не особо понимают этой радости в России? Они, значит, не обладают знанием, и я думаю, что никто ничего не впихивает и не заставляет никого делать. Они это делают по собственной своей воле. Угу. Многие люди совершают гораздо более странные поступки в этой жизни. Я всем своим существом поддерживаю пение мантр на улицах и везде-везде, на всех площадках. И это максимальное благо, которое можно принести. Но молитвенная жизнь, можно молиться за других людей. Это очень сострадательная культура, очень древняя культура, которая насчитывает там тысячелетия, а мы их называем кришнаиты там какие-то, да. Это очень сильная культура, мощная. Мы не знаем, мы просто не обладаем знанием. Угу. Поэтому вот так вот. Скажи тогда, еще один вопрос задам перед тем, как попрошу спеть следующую песню. Во-первых, я прочитаю сообщение от Татьяны Антохиной, а после этого задам вопрос, который у меня родился. Лично, пишет Татьяна, знакома с несколькими людьми, которые после того, как побывали на концерте «Одно но», изменили полностью свою жизнь. И это не только один человек. Ты действительно веришь, а я понимаю, что ты сейчас мне скажешь, но тем не менее немножко более подробно, действительно веришь, что добрыми делами, молитвами, мантрами, улыбкой на лице, идя навстречу другому человеку, можно изменить жизнь этого человека? Да. Так коротко? Я надеялся на более обширный, развернутый ответ от тебя. Мой духовный учитель, он говорит о том, что одно слово может изменить жизнь человека, если оно правда и произнесено с любовью и состраданием. Важен мотив, внутренний мотив. Того, кто говорит это слово. Того, кто говорит это слово. Это очень тогда правильно. Это, если внутри этого человека есть духовная сила, очень мощный стержень, тогда эта духовная сила, она может менять сердца людей. Угу. То есть форма произнесения имеет значение или только смысл? Могут быть разные формы. Как художник берет разные краски и рисует ими, но так и тут можно брать разные слова, разные стили. Вот. Главное, чтобы... Главное, чтобы другой человек слышал. Мотив был правильный. Суть и мотив был правильный. Да, да, да. Спасибо. Золотые слова. Ну что? Что-то Паша задумался. Надо дальше. Надо дальше петь. Это тоже новая песня, называется «Решай сам». Это из нового альбома или не? Это вообще... Вот мы приготовили прямо для вас две песни, которые мы... Это совсем новые песни. Их мало. Они войдут в следующий альбом. Следующий, да. Ага, сегодня мало того, что презентация свежего альбома, так еще и предпрезентация совсем нового альбома. Здорово, спасибо вам большое. «Одно но» сегодня здесь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Красные листья застыли в воздухе. Там море рисует море, макая кисть в соленую воду. Там радость стихийная, бесперерывно отдых. Каждой крупицы и в каждой соте. Страна слов нетронутых, невысказанных, еще не спетых мелодий, что тишину очарован. И небо так стремительно близко, вот-вот обнимет и звездным пледом укроет. Летят пыльцой ароматы вечно цветущих полей. Я не уйду, не могу надышаться, прости. Я много где был, открывал миллионы дверей, но только там мне так хочется сеять и не цвести.
Босые ноги ласкает молочный прилив. Все, мне нечего больше желать, ведь некуда деться от этой безумной любви. Лучше поверить в нее, чем каждый день умирать. Решай сам, выживать здесь или жить там. В этом там что-то есть, это там может быть прямо здесь. Решай сам, выживать здесь или жить там. В этом там что-то есть. Может проникнуть туда тайком без спроса, сквозь накипь кухонь и кубизм кабинетов. Но мы скорее похожи на вечно занятых взрослых, а там живут свободные мудрые дети. Давай вдохнем их низкое небо, парное море, закупорим восторг и нежность, бутыли памяти. Ведь мы чужие там, стыдливые воры, будем вынуждены, потупив взор, уйти. Мы здесь привыкли драться во имя мира, самими собой в отражении кривых зеркал. Я так усердно косил торвей на меня дым. Туда попадают лишь те, кто все потерял. Я погашу свет, зажгу ночник, отчаявшийся шут в кандалах пыльной мебели. Сорву сургуч и опять распахну родник, чтобы верили. Решай сам, выживать здесь или жить там. В этом там что-то есть, это там может быть прямо здесь. Решай сам, выживать здесь или жить там. В этом там что-то есть, это там может быть прямо здесь. Весь мир одним жестом сразу, одной мыслью вырваться из тюрьмы, выразить все смысл одной непривычной фразы. Где-то там есть вечные мы. Спеть все песни одной песни, всего лишь взглядом дать надежду мечтам. Мы разделены здесь, но когда-то были вместе, и мы до сих пор там. Здесь, здесь, здесь. Здесь или там, здесь или там, здесь или там. Здесь или там, здесь или там, здесь или там, здесь или там. Устал переписываться, поэтому отвечу. Вот у нас есть Евгений Корытный здесь, который пишет флаг, ну, пишет эфир, и собирается этот флаг раздавать народу. Евгений, официально вас прошу, не надо портить карму музыкантам, потому что то, что вы пишете, даже... вы пишете из эфира, естественно, несколько пережатая картинка. Мы же выкладываем в сеть звук с пульта. Можете ли с пульта поделиться, пишет. Так мы выложим звук с пульта, который будет записан. В итоге в подкастах вы его и получите. Какой странный. Это знакомый вам человек? Да. А чего он такой странный? Чего такой упертый? Он хороший человек, на самом деле. Он сам пишет песни. Да хорошо, но попросили же его этого не делать. Женя, прекращай. Я объясню, почему. Я объясню, почему. Потому что часто так бывает. ВКонтакт, например, он грешит тем, что постоянно выкладывают кто-то, что-то откуда-то записанное. А потом нам сообщают, что же у вас за качество такое в записи-то дерьмовое. Я говорю, братцы, вы что, с ума? Ну вот, и скидывают мне запись. Кто-то где-то когда-то с эфира записал, не пойми в каком качестве, и выложил. А мне стыдно потом за то, что мы тут делаем. Потому что мы стараемся делать звук таким, каким он мог бы быть на пластинке. И старательно добиваемся этого результата. Потом выкладываем
выкладываем все это записанное в сети. Тогда и музыканты довольны остаются, потому что их звучание качественно. И нам неловкости не испытать за то, что это так выглядит. И, собственно говоря, люди, которые потом это качают и получают удовольствие от нормальной звуковой картинки. Yeah. Поэтому и прошу не делать этого. Уважайте музыкантов, которые приходят в эту студию, потому что им же потом ВКонтакте не разгребешься потом, где это было записано, когда это было записано, кто это вообще писал и так далее. Я почитаю от Сергея Малявина сообщение важное, потому что человек очень критичный. Я его знаю не лично, но он постоянно у нас здесь отписывается. Вот он пишет вот что. «Несмотря на то, что мне крайне не близки все эти ведические дела, которыми увлекается Алексей группа «Одно но», входит, наверное, в двадцатку моих любимых групп. Особенно после того, как побывал на их концерте. Видимо, я легко внушаем и поддался на медитативные волны их музыки. Как раз пришло время еще раз напомнить о концерте. Вернее, о двух ближайших концертах в Москве и Питере. Потому что видеть их живьем, естественно, это удовольствие несколько иного качества, чем смотреть картинку. Итак, давай. 29 апреля в городе Москва в клубе «Йота Спейс». И 30 апреля в клубе «Море» в Санкт-Петербурге. Спасибо тебе большое. Читаю сообщение. Я уверен, что этого человека вы тоже должны знать, судя по всему. Для меня это новая личность. Здравствуйте, я корреспондент газеты «Гречневые вести», город Лобня. Вопрос гитаристу. Как не намочить пейсы с пахмеджахвы? Что это такое? То есть вы не в курсе? Я... Владимир Зве зовется человек. Но. Отвечай, чего? Отвечай. Тебе вопрос. Как не намочить пейсы с пахмеджахвой? Лучше с пахмеджахвой вообще, мне кажется, дела не иметь. Спасибо тебе большое. Надеюсь, Владимир Зве удовлетворен. Сатисфакция состоялась. Вот что народ требует, как обычно, перекличку хотят. Андрей Федин пишет, шикарная группа, был на концерте в Санкт-Петербурге. Вживую от ребят столько добра исходит. Как же у вас там студия от этого добра не лопается? Студия не лопается, студия просвещает, просветляется, если хотите. Немножко напряг меня тот постулат, что оранжевый цвет — это цвет монашества. А учитывая, что это наш цвет корпоративный, это цвет отказа, как бы, да, или там отказа от всего, наверное, бренного. Нет, да, в том-то и дело, но наоборот, принятие всего божественного, всего светлого. А, вот эта часть мне больше интересна. Да. Ну, вот вы и сконцентрируетесь на ней. Я на этом и хочу сконцентрироваться, особенно на божественной валюте. Иногда очень недостает радиостанции того, что называется подкрепление некоего для своего развития дальнейшего. Вот я и подумал, может быть, цвет не тот выбрали. Божественное, оно же требует отречения, а нам время от времени требуется просветленное продвижение. Понимаешь, да? Вот как сойтись? Можно на этом всем сыграть? Да. Ну, то есть можно сопоставить одно с другим? Все в порядке, конечно. Спасибо тебе большое. Тебе верю. Вот тебе верю, правда. Искренне говорю сейчас. Совершенно не лукавлю нисколько. Прошло полтора часа эфира, ну и концерт в Ижевске. А я все равно не понимаю, чем ребята цепляют. Денис Абрамов пишет. Понимаешь, посмотрел концерт, был на концерте, полтора часа слушает эфир. Вот цепляет, а понять не может, чем. А вот, может быть, это и есть искусство. Вот когда... А давай так, вот смотри. Не было этой темы для разговора у нас с тобой. Вот смотри, Леш, да? Ты смотришь на человека, на женщину, если мы говорим о любви, на мужчину, если мы говорим о дружеских отношениях, и ты не понимаешь, чем тебя цепляет этот человек. Вот ты не можешь сказать, что он или там она Анджелина Джоли внешне. Ну, или возьми другой какой-нибудь образ красивой женщины, да? Вроде бы нет, но тянет тебя к ней. Ты не можешь сказать, что у нее там ноги 115 сантиметров, они короче несколько, но тянет тебя к этому человеку. Ты не можешь сказать, что она, ну, вот такая выдающаяся на общем фоне, а тянет. Вот как можно определиться, да, как в жизни, так и в искусстве, что тянет к тому или иному образу, к тому или иному человеку, к тому или иному произведению? Это, наверное, на каком-то другом уровне находится. Это в тему своего радио, это как раз оранжевый свет, это что-то божественное в каждом, что-то самое настоящее. И у каждого это есть. Угу. У каждого... цвета своего радио что-то есть. Правда? Угу.
Приходи к нам почаще. Мне так приятно это слышать сейчас. Давайте дальше петь. Я сейчас, пока ребята будут петь следующую песню, попрошу аудиторию, ну, все же давайте расспросите перекличку. Это значит, просто каждый из слушающих пишет город, в котором он слушает эфир сегодня, а музыкантам было бы интересно на географию посмотреть, да? Где сегодня слушают эфир. По-моему, это всегда любопытно. Ну, что будет дальше? А сколько у нас треков осталось? У нас, ну, штуки 3-4. А, все есть тогда. Все в порядке, все нормально, можно успеть. Хорошо. Что это будет сейчас? Эта песня называется «Звучи». Ага. Она, кстати, навеяна... Она в ротации у нас есть. А, серьезно? Да. Хазрат Наят Хан. Угу. Это великий такой суфий, мистик. Это... Я прочитал ее книгу «Мистицизм звука», и у меня пришел этот текст по поводу вдохновения. Гениально. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня одно «но». Поехали. Нежный голос и сердце звучащий. Замечаю все чаще, люди не слышат, не помнят, не поют. Но мелодия рядом бучайком, то там, то тут, то там, то тут. Они рвут, рвут, ревут, брат брату брут, крадут, копят, тратят, мрут. То флут, то блуд, то лень, то труд, то жертва, то плут, а ноты души зовут. Вспомнить свой звук без примеси гнева и зависти разрывает порочный греховный круг, вечный гимн безмятежной радости. Звучи, наш звук напирает сил. Звучи, наше счастье выходит из берегов. Звучи, прикоснувшись к единому ритму. Звучи. Отдельные ноты, капля, крупинка, лоскут, искра. И этот мир без чьей-то заботы, как навязанная кем-то игра. Один шанс победить одиночество, частички стремится к целому. Мириады нот стекаются в симфонию, чтобы вселенная ими пела. Вне религии, политики, наций, временных законов, норм поведения. Звучит священная вибрация под размеренный бит вселенной. Сонастроиться с вечной гармонией, как в последний раз петь, отдавая всего себя. Посреди иллюзорной агонии возрождаться любя. Звучи, наш звук набирает сил. Звучи, наше счастье выходит из берегов. Звучи, прикоснувшись к единому ритму.
так легко узнаваемая песня, она в ротации звучит. И поэтому, естественно, ее и аудитория узнает, что само по себе замечательно. Ну что, географию хотели бы узнать сегодняшнего эфира? Я почитаю, народ до сих пор отписывается. Но вот когда устану произносить, тогда и остановлюсь. Москву и Санкт-Петербург не озвучиваем, но просто потому, что это очевидно. Большая часть, скажем, аудитории — это как раз две столицы. Москва и Санкт-Петербург — те города, где, видимо, больше любят разную музыку. Разноплановую, разнообразную. Щучья, Курганская область, Калач-на-Дону, Волгоградская, Арзамас, Барнаул, Ижевск, Семипалатинск, Казахстан, Камрад, Молдова, Петропавловск, это Казахстан, Уфа, Курск, Украина, Миколаев, Усть-Каменогорск, Казахстан, Иркутск, Балашов, Саратовская, Рига на связи, Гродно, надо объяснять, где это, да? Не надо. Тула, Железногорск, Илимский, Челябинск, Ставрополь, Новомосковск, Тульская область, Иркутск, Клин, Киев, Китово, Алтайский край, Барнаул, Ульяновск, Скопин, Рязанская область, Калининград. Причем человек пишет: калининградский деликатес. Нижний Новгород, Чайковский, Пермский край, Тверь, Лондон, тот самый Лондон, Астана, Казахстан, Минск, Беларусь, Нефтьюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Вологда, Обнинск, Архангельск, Новодвинск, Кармель, Израиль, значит, Ярославль, Пермь. Хватит или еще? Значит, Днепропетровск, Ижевск, Китово, Монреаль, Торонто, Енакиево, Боровичи, Новгородская область и так далее. Я могу Кемерово, вот опять же, Сыктывкар. Много могу читать дальше. Ну, география ясно, что широкая. Большой концерт у вас сегодня. Спасибо всем за то, что с нами. Да, и эти все люди слушают, получают для себя определенные знания, возможно, потому что те, кто любит группу, определенно с ней всегда рядышком. Те, кто группу сегодня для себя познает и открывает заново, может быть, заново, а может быть, вновь и в диковинку, наверняка получают интересные эмоции. Вот Иван Петров пишет, вопрос коллективу. Сразу вспомнилась фраза из «Брат 2». А в чем сила, брат? В чем сила для вас лично? И что такое сила? Спасибо за эфир, нравится. Навевает строчки из группы «Цветы». Свет и радость в моем сердце. Свет и радость и любовь. Так вот, что такое сила? Что для вас сила? Паша пойдет отвечать. Давай, Паша, отвечай на вопрос про силу. Самый сильный человек коллектив. Иди сюда, иди к этому микрофону. Ну, если «Брат 2» вспомни, да, сила в правде. А у вас в чем сила? Ну, вот сила, она всегда как вот это взять из музыкальной традиции, которой я принадлежу, там оказывается, что сила в истине. Ну, то есть правда и истина близки. Да, то есть, в принципе, если человек чувствует, что он занимает свое место, то в этом его сила. Понимаешь, какая штука? Правд может быть много. У каждого правда своя. У левых своя, у правых своя, у центральных своя. А истина, она всегда одна. То есть, получается, ты глубже смотришь, чем Бодров, и младший, и старший. Правда, вернее, сила не в правде, сила в истине. Ты это хочешь сказать? Да это не я говорю. Я просто могу это процитировать, и я с ним согласен. Ну, процитируй. Тогда, если дословно. Это уже прозвучало. Сатьям эва джаяте. Ах, пусть истина одна триумфирует. Угу. Торжествует, да. То есть, ну, как бы, получается, истина — это самый главный момент силы. Ну, мне кажется, что все остальные понятия, как любовь и искренность, и там самопожертвование, оно все исходит из начала из желания человека, ну, как бы, действительно занять свое место и быть в истине, как бы, да, пребывать. То есть в свете своей души, там, в любом, в каком-то строении, где он чувствует, что он именно занимает свое место. Спасибо. Спасибо за ответ. Павел Переверзев пишет. Считаю одно «но» своей любимой группой. А недавно супруга сообщила, что тоже начала любить песни «Одно но». Это у них семейное уже. Знаешь, как здорово, когда один другого подсаживает в каком-то смысле на ту или иную любовь. Здорово, что один другого понимает. И это да. Это тем более здорово. В прошлом году
пишет Александр Сазанов. «Ко мне подошли два молодых человека в приличных смокингах и предложили познакомить со своим духовным учением. Как оказалось, это были волонтеры христианской церкви, имеющие такие активистские движения по всей России. Я согласился, редко отказываю вольным активистам, какое-то время с ними протусовался, бывал у них в церкви, напоминающий скорее офис, нежели, собственно, церковь. Эти ребята мне потом говорили, что я был единственный, кто отозвался на их призыв в миссии в Нижнем Новгороде. Их христианские учения, в моем понимании, были довольно своеобразны, непривычны. Хотя вроде бы правильные с точки зрения христианского учения. Я тогда впервые узнал, что это такое церковная школа. Ну вот, что касается всякого рода вот таких вещей, да, сект, по большому счету это секта. Как трактуешь ты подобные вещи? Как трактует твоя вера? Во-первых, я бы хотел сказать, что проект «Одно но», он вне религиозных каких-то... Это правда. Вне религиозных традиций конкретных. Это... музыкальный проект, стихотворный проект. Это, во-первых, коли уж пошли разговоры такие. А во-вторых, тут очень сложно... Тут есть нюанс просто. В том смысле, что... Вернулся, Паш. Тут, если мы берем музыкальные традиции, они явно не создавались, так сказать... В вычищенном пространстве таком, так сказать, да, там где-нибудь в вычищенном таком больничном корпусе, где нет никаких бактерий, нет ничего, там все вычищено. Музыкальные традиции, они создавались на основе каких-то духовных поисков человечества. Поэтому говорить, что культура, она как-то может быть отделена, в принципе, это вообще невозможно. От духовности. Согласен. С этими людьми невозможно не соглашаться. Надо петь дальше. Что это будет? Что? «Изменить мир». Есть такая песенка у нас. Замечательно. Давайте попробуем. «Изменить мир». Надеюсь, к лучшему. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Данилу плевать на то, что музыканты остальные собираются играть. Он смотрит в гаджет. Я уж не знаю, почему так все устроено. Ну, скажи что-нибудь. Да не, я смотрю, вы мне просто микрофон выключили. Я выпал из общения как-то. Палочки возьми, может, пригодятся. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Здесь сегодня одно... Ну, поехали. Штампуют лозунги сторонники революции, кричат, ломая друг от друга копии, шипя манифесты, заявления и резолюции. А я хочу сначала изменить себя. Очередных вождей приговорили к смерти. Кто-то снова открыл огонь по безоружным. По ТВ обсуждают, верить или не верить, а мне увидеть своих внутренних врагов нужно. Как смогу я подать руку утопающим, если сам захлебываюсь соленой пеной? Как сумею всей душой сострадать страдающим, когда внутри безразличие и гиена? Сложно не делить людей на своих и чужих. Трудно в каждом встречном видеть друга. Сложно вложить всю свою любовь в этот стих, но можно попытаться выйти за пределы круга. Изменить мир, изменив сердце, в каждом дремлет ликующее солнце. Носите на лице улыбку младенца, если есть река, не нужны колодцы. Изменить мир, изменив сердце, в каждом дремлет ликующее солнце. Носите на лице улыбку младенца, если есть река, не нужны колодцы. Торгаясь, то скорбя. Конец света они, видите ли, предвидели, а мне бы увидеть фальшь в глубине себя. Миллионы газет смакуют сплетни, в них только кливее и нахальный тот герой. На веру принимаем кем-то выдуманные бредни, а мне понять раз и навсегда, кто я такой. Мне хотя бы на мгновение стать предельно искренним, отбросить маски и под собой не боясь, не рисуясь и не заискивая. Если мировая, то мир, если бой, то бой, когда каждый победит свое высокомерие.
и довериться во всем высшей силе. Тогда золото покажется дешевой бижутерией, а простота самым ценным в мире. Изменить мир, изменив сердце, в каждом дремлет ликующее солнце. Носите на лице улыбку младенца, если есть река, не нужны колодцы. Изменить мир, изменив сердце, в каждом дремлет ликующее солнце. Носите на лице улыбку младенца, если есть река, не нужны колодцы. Улыбка младенца. Ты знаешь, не так давно я для себя сделал интересный выбор. Кстати, одна мысль, еще одна мысль. Вот заставляешь думать, это хорошо. Ты часто говоришь, мой учитель, кто-то тут задал вопрос, а вот почему только учитель, почему своих мыслей нет? Я ответил человеку, что, в принципе, это большая ошибка считать, что у нас все мысли свои. Нас всегда кто-то чему-то учит, и всегда кто-то чему-то учил. И поэтому все мысли, которые у нас есть, они базируются, прежде всего, на тех соображениях и тех учениях, которые у нас были заложены. Поэтому, когда человек говорит, я сам это придумал, ну, в общем, 2000 лет уже живем, и много кто уже чего придумал в свое время. Физическая традиция гораздо больше. Да, гораздо больше. Но вопрос немножко в другом. Ты говоришь вот об улыбке младенца. Это чудно, конечно, или чудно, как хочется ставить ударение. Но русский человек, россиянин, он сам по себе не улыбчивое существо. Он улыбается только близким, только друзьям. Потому что вот у нас даже присказки есть. Что ты улыбишься, как дурак, да? Ну, как-то не принято. Это там, скажем, американцы, у них нормально идти по улице улыбаться встречному. А у нас, если девушка будет улыбаться молодому человеку, идущему навстречу, он почему-то решит, что она ему хочет предложить что-то большее, чем просто пройти мимо. Понимаешь, да? Это шанс и возможность зацепиться для того, чтобы вступить в ненужную для нее беседу. Поэтому девушки чаще голову и глазки опускают, чтобы даже взгляды не видели. Не потому, что мы такие злые, недобрые, а потому, что у нас традиция другая, как мне кажется. Улыбаемся мы только близким и хорошо знакомым, чужим редко. Или ты не прав? Ты не согласен со мной? Мне кажется, что все зависит от конкретных людей. Мне кажется, что нельзя так обобщать. А я не пытаюсь что, если, обобщать, если я спрашиваю. Эмоции, они настоящие, то они ответно вызывают что-то тоже настоящее в сердце. И мне кажется, что нельзя говорить, что наши люди, они не улыбаются. Я, например, вижу вообще другое совершенно. Нет, люди улыбаются. Вообще тебе, не... да, тебе невозможно не улыбнуться. Ты себя да видел? Да я что, ты себя видел со стороны. Ты себя со стороны-то видел. Тебе невозможно не улыбнуться. Ты источаешь вот ту самую светлую, добрую энергетику. Смотришь на тебя и хочется улыбнуться. Правда. И без дураков. Я серьезно. Но не все такие. К сожалению. Не все, но нормально. Разные же все. Ладно, понятно. Давайте петь. Я хочу, чтобы вы еще две песни успели спеть. Хватит у вас материала, да? Давайте. Очень хотелось бы, чтобы вашей все-таки музыки было побольше. Все решено. Группа понравилась. Иду на концерт 26 в Краснодаре. Если получится, хотелось бы с вами пообщаться, чтобы зарядиться вашей энергетикой. Спасибо вам, пишет Иван Петров. Он по ходу дела, по ходу эфира сидел и решал. Вот теперь решено. Группа понравилась. Хорошо. Что это будет? Это песня «Умереть, чтобы жить» с нашего прошлого альбома 2014 года. Тоже из ротации своего радио.
Ну, это и так, для информации. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Здесь сегодня одно «но». Поехали. Изолированы, упакованы, камеры слежения, прослушка, замечены, завербованы, айфоны, андроиды, роботы, прошиты, осведомлены, туда-обратно работы, дом работ, скучны и перенаселены. Нанореволюции, гены, инженерии, НЛП и технологии, во имя накопления нам гарантируют свободу мнений, а на деле все решено и выбора нет. Океаны информации, ни капли знания, мало цельных личностей, много лиц, а каждый хочет лишь чуточку внимания. Каждому нужен свой Аустерлиц. Надо нам повернуть наши реки вспять, надо нам о наживе забыть, надо нам не копить себе зло, обращать, умереть, чтобы жить. Надо нам повернуть наши реки, надо нам о наживе забыть, надо нам не копить себе зло, прощать, умереть, чтобы... Черепахи, рыбки, хомяки, бульдоги, лишь бы только рядом кто-то был. В груди дырка размером с Бога, заткнуть ее чем попало не хватает сил. Дружим смайлами, любим кликами мыши, меняя лица, аватары, мы свободу ищем. Можем стать виртуальным моложе и выше, но самих себя не слышим, люди. Сердце каждого вмещает весь мир, бескорыстные, необъятные. Внутри нас живет много тайных сил, замурованы, запрятаны. Наши мысли могут лечить души, а слова менять линии судьбы. Кроме веры нам ничего не нужно, все так просто, казалось бы. Надо нам повернуть наши реки вспять, надо нам о наживе забыть, надо нам не копить себе зло, прощать, умереть, чтобы. Надо нам повернуть наши реки вспять, надо нам о наживе забыть, надо нам не копить себе зло, прощать, умереть, чтобы. Надо нам на джанам на сундарим кавитам ваджа гадыша камае мама джан мани джан мани шваре баватат бактир ай туки твои. Надо нам на сундарим кавитам ваджа гадыша камае мама джан мани шваре баватат бактир ай туки твои. Остановите кто-нибудь Лилеева. Все, осталась только одна песня, и, в общем, нет возможности поговорить больше, потому что время-то уже ушло. Но напоследочек такой коротенький анекдотец. Сегодня увидел на бабушке майку с надписью «Улыбнись, если хочешь меня». Никогда не прилагал столько усилий, чтобы не улыбнуться. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний эфир. Завтра в программе «Живая группа Керамика». А сегодня одно «но» заканчивает музыкальную свою программу песней
мы бы хотели поблагодарить. Ой. Мы хотели бы поблагодарить тебя, Семен, и свое радио за поддержку, которая всегда чувствуется. Спасибо вам большое от всего сердца. И мы споем песню, которая называется «Благодарю». Спасибо. И мы благодарим. Вы замечательные. Двигайтесь дальше. Мы будем ждать ваших новых песен. А то, что ты обещал, ты мне пришли. Да, конечно. Всем пока, до завтра. Поехали. Скажет сердце, слова польются патокой, кого-то вылечат и дадут согреться, а кто-то наконец-то увидит радугу. Остановлю бурный поток своих желаний, осмотрюсь, может, кому нужна помощь, соберу горсть глубоких осознаний и подарю их деревьям, голубям, прохожим. Мы так похожи, одна искра в груди, правда, чаще пепел сырой, а не языки пламени. Стоит только ее разбудить, и она вспыхнет душами каменной. Отстегну ремни, отпущу поручни, ведь сердце знает, как правильно. Место эгоистичной машины возни, буду ценить то, что мне дано. Беды и удары судьбы приму с благодарностью, победы и радости приму с благодарностью, колючий холод безучастности приму с благодарностью. Хочу благодарить даже за самые малости, не ожидая благодарности в ответ. Я говорю: благодарю! И потерянным нечего, ведь все богатства здесь на прокат. В глазах вечности жалки ничтожные мелочи. Это иллюзия, что я богат. Разгружу рюкзак, освобожусь от хлама. Сердцу легче, и страхи не тянут к земле. Я ухожу, мама, из якобы своей судьбы навстречу себе. Забыв о своей гордости, увижу, что все вокруг мои учителя, что нападая, завидую, проклиная, обиженно, не показывают мне мнимого меня. А сколько тех, кто учит удивляться каждому моменту в полном сознании. Дыхание мироздания жадно ловлю, за вечное сердце каждого благодарю. Удары судьбы приму с благодарностью, победы и радости приму с благодарностью, колючий холод безучастности приму с благодарностью, этому миру безмерному и всему живому.